Я сходил на мероприятие, которое посвящается американским стаффордширским терьерам. И вот что из этого получилось. Честно сказать, я очень долго планировал попасть на это мероприятие, но случилась парочка проблем, из-за которых это было сделать очень сложно. Да, блин. Вот первая проблема, с которой сталкиваешься, когда хочешь найти новых друзей, потому что Дэнни явно этого не хочет и не хочет никуда идти. Вот смотрите, он уже не просто атакует поводок, он атакует меня. Дэнничка, нам нужны новые друзья. Тоже вам... Ну пойми, так будет лучше для тебя и для меня. Все, пойдем. Да. Вот, собственно, и вторая проблема. Дэнни. Вот почему всех собаки как собаки, а Дэнни просто хочет весь день лежать на диване, чтобы его никто не тревожил. Ой, а кто это такое просыпается? Это стаффы, как всегда, не высыпаются. Вот и следующая проблема. Когда я надевал на Дэнни поводок, он завалил меня, и теперь я не хочу никуда идти, потому что я лежу в очень мягкой, теплой, уютной кроватке. Но все-таки идти надо, поэтому давайте собираться дальше. Еще одна проблемка, которая нас ждала перед тем, как мы поедем на мероприятие, мне нужно было Дэнни как-нибудь прикольно, нарядно одеть. Он явно это не хочет делать, он очень не любит одеваться. И как я буду надевать вот такую вообще крутую толстовку? Меня за что? Смотрите просто, пишите также в комментариях, что думаете. По-моему, очень круто, я фанат Рика Морти. А вот Дэнни не особо. Давайте попробуем надеть что-нибудь другое. Мы нашли прикольный синий дождевичок, который очень круто подходил Деннику, и все прохожие говорили, что Дэнни в нем очень милый. И в принципе все было достаточно хорошо, мы быстро нашлись между собой, я успел познакомить Денника с другими амстаффами, ведь за год нашей жизни мы ни разу не видели амстаффов вместе с Дэнни. Просто представляете, насколько сильно я был рад этой встрече. Чего, конечно же, не скажешь о Дэнни, потому что Дэнни вел себя максимально неадекватно. Мне было очень за него стыдно, но потом я понял почему. Все дело в том, что там на встрече были щенки, которые просто не давали покоя Дэнни. Они всячески навязывались, облизывали его. А Дэнни, конечно, такое не особо нравится. Более того, он взрослый, и он всем видом давал показать, что он самый тут главный, что он тут самый крутой. Поэтому он огрызался, рычал на них, ну, в общем, посмотрите, как это было. Поросенок. Ты, зачем ты так делаешь? Фиг знает, ну, вообще такое... Ну, нет, это точно. Что я могу сказать по итогу? Встреча прошла более в такой локальной и дружеской обстановке, ведь нас было всего четверо. Тем не менее, мне лично очень понравилось, я уверен, что мы сможем с Дэнни найти новых друзей, потому что мы себе такую цель поставили, найти друзей-собачников. Пишите в комментариях, что вы вообще думаете насчет этого ролика, снимать ли мне подобные ролики, рассказывать ли про встречи других пород, про встречи амстаффов, которые наверняка будут еще. В общем, жду вас в комментариях. А с вами был Артем Ян, вы были на канале «Все про собак». Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на этот канал. До новых встреч. Пока.